Ihr erinnert euch? Auch Lenin hat noch geregelte Arbeitszeiten. Also auf zum Roten Platz und wieder einmal standen wir vor verschlossenen Türen. Aber auf dem Platz herrschte Bewegung. Der freundliche Milizionär antwortete auf unsere Frage: «Сегодня мы в селе не работаем, потому что принимают пионеры». Товарищ председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, пионерские отряды из 26 городов России для проведения торжественной линейки, посвященной 92-й годовщине пионерской организации, 90-летию присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина и принятию новых пионеров построены. Разрешите открыть пионерскую линейку. Пионерскую линейку объявляю открытой. Вольно! Равнение на знамя! Знамя вести!